Так, здравствуйте всем. Запускаем Satisfactory быстро. Значит. Короче, я психанул. Там у нас проблема с углем, короче. А точнее, баг с углем. Вот, продолжить. Короче, сейчас я вам покажу. А прикол в чем? Он... типа идет, но не идет. Короче, а прикол в том, что надо в инвентаре хранить один кусочек угля, наверное. И этот баг пофиксится, кстати, должен по идее пофикситься. Серьезно, он пофиксился? Погоди, чего? Подожди, а почему так громко все? Ладно, я почищу, просто сделаю наушники. Значит. Так, мы в инвентаре. У нас есть уголь. Так, смотрим здесь. Он заполняется. Давай-ка мы положим сюда уровня второго. Почему я не могу поставить второго уровня МК? А, потому что он уже есть, МК-2. Я понял, спасибо. МК-2. МК-2. И по идее он должен идти в данный момент. Ага, заполнился. Если я сейчас включу, он будет автоматически пополняться. То есть в инвентаре должен быть это самый уголь. Ну, хотя бы один кусочек угля. И по идее он сейчас... да, он пополняется сейчас автоматически. Серьезно. А, ну да, пополняется уголь. Окей, допустим, то, пожалуйста, тут какой уровень? Второй уровень стоит. Тут какого уровня? Второго. Второго уровня. Везде конвейеры второго уровня у меня стоят. Прямо везде. Давайте выключим. Пока что выключим. Давайте угольный генератор выключим, потому что... Так, вот это вот выключим. Угу. Не, на он идет уголь. Тьфу, не уголь, а уголь. Да, пополняется он. Смотрите, если я уберу уголь. Давайте уголь уберем. Он застрянет, смотрите, сейчас он застрянет. Он сейчас будет не будет пополняться. Видите, не пополняется. Остановился. Смотрите, бьем кусочек угля. Пополняется. Магия, ребята.